Капитальный ремонт в многоквартирных домах Анапы идет по графику. В этом году в региональную программу капремонта включено 35 анапских многоквартирных домов с различными типами работ. Ремонт кровель, фасадов, инженерных коммуникаций, замена лифтов на общую сумму 287 миллионов рублей. Подрядная организация на очередном оперативном штабе ресурсоснабжающих организаций сообщила, что на 9 домах работы идут прямо сейчас. По ряду объектов ремонт уже завершен. Сроки и объемы в настоящий момент не нарушены. Отмечается, что монтаж лифтового оборудования полностью завершен на всех объектах. Сейчас ведется приемка лифтов, запуск их будет произведен в июне. Уже определены многоквартирные дома, которые будут отремонтированы в 2024 году по программе капремонта. И их будет беспрецедентно много – 66. Вырастет также и выделенная на работы сумма – более 350 миллионов рублей. Тенденция последних лет в этом отношении очень радует. Ежегодно количество попадающих в программу домов увеличивается фактически вдвое. А партнер сегодняшнего выпуска – кафе «Таверна» в Анапе. Постоянные посетители ресторанного комплекса «Шемсихол» знают, здесь всегда можно выбрать выпечку, готовые закуски, салаты, мясные и рыбные блюда как для ежедневных обедов и ужинов, так и для праздничного застолья. Однако, идя навстречу пожеланиям своих гостей, было принято решение провести полную модернизацию этого объекта. В результате большую часть имеющихся площадей заняли удобные столики со стульями и диванчиками. Полноценное, грамотно разработанное меню включает большой список самых любимых и популярных блюд. Здесь вы всегда сможете вкусно позавтракать, выбрав на свой вкус салат, шаурму с разнообразными добавками, а в обед съесть тарелку горячего супа или классический шашлык, а вечером посидеть в компании друзей и заказать настоящую итальянскую пиццу. А десерты шеф-кондитера выглядят многообещающими. Кафе-кулинария «Таверна» в Анапе на Солдатских матерей 8Б ждет вас.